Улицы Дзержинска потемнели, на них отключили свет. Как сообщили нам в энергетической компании, свет, уличное освещение было отключено на второстепенных улицах Дзержинска из-за долгов, которые скопил местный муниципалитет. Вот видите, половина улицы освещена, а дальше нет. Проспект Дзержинского, кусок не освещен, Черняховского не освещен. И вот сейчас мы ехали по Чапаеву, не освещен, Гайдара кусок не освещен. По Грибоедову, вот мой ребенок тоже садика забираем, никакого освещения тоже нет абсолютно, уже с пятницы. Это Грибоедово, еще как бы транспорт ходит, троллейбусы, машины, а Бутлеру вообще темнота. На второй день нет освещения, хорошо, что еще дворец пионеров освещается с фонариками. Вот я сейчас, к сожалению, забыла, за ребенком иду в садик, а вчера с фонариком шли. Фонари есть. Вот они, видите, над вами. Только свет. Сегодня что-то не горит. В основном освещаются те центральные улицы, по которым, в общем, катят, да, где маршрутки ходят, там автобусы, все прочее, где движение, все такое. Ага. А вот такие уголки, они, да. Освещение плохо. Вот там ничего не светит у нас. Бывает, когда скользко, там это лужи. Ничего не видно. Я шла, например, в вечернее время по улице Черняховского. Было неуютно и как-то, знаете, вот дискомфортно. Хотя вроде человек такой бесстрашный, но неприятно. Во-первых, страшная зима уже. Я вот с работы еду, когда уже поздно. То есть я прошу мужа, чтобы он меня встречал. Очень темно. Надо бы, конечно, сделать. Город ведь хороший у нас. И народ хороший. Но вот темно. Кстати, в мэрии Дзержинска как-либо комментировать свои долги отказались, но без камеры устно сообщили, что задолженность составляет 5 миллионов рублей. Уже ведутся переговоры с энергетиками. В ближайшие дни будет достигнута договоренность о реструктуризации долга, и после этого освещение на улицах будет включено.